Блин, опять Саца Плаксы показывают. Ну, ёб твою мать, да? Ну, все, хэд-каноны опять пошли. Всегда со мной так. Почему я должен... Эй, милые цветочки. Для кого они? Сейчас вы видели фрагмент озвучки с канала Savic Team, где выходят озвучки по разным фандомам. Например, по UCC, Undertale, Deltarune, Sony, Transcart, Tell Husband и другим. Ссылочка на него в описании и закрепленном комментарии, если вам интересно. Так же, как и на мой телеграм-канал, где выходят всякие разные новости канала, приколы из жизни. Если вам интересно, то ссылочка будет на него также в описании и закрепленном комментарии. Продолжаю смотреть всякое разное ностальгическое старье, если так можно сказать, по Undertale. А именно, Undertale Animation, битва с Сансом. Это легендарная тоже анимация. 7 минут идет, посмотрим. И, кстати, с кружкой, наконец-то по Undertale. Давно ее не хватало. С Underverse'ом. Я думаю, многие из вас видели эту анимацию. 7 лет. У Врис, конечно, какие-то странные глаза здесь, ну ладно. Как будто она одна из каннибалов, каннибал из отеля Хазмин, у которой просто вообще глаз нет, вообще. Глазниц. Блин, на самом деле тут рокерская такая тема, но я почему-то помню, что была именно тема со скрипками. И честно, лично мне этот вариант больше нравился. Не знаю, это какая-то другая версия была или что, не знаю. Нормально. Эх, помню, когда я проходил Санса на стриме, эх. Были времена. Сразу 10-го, что ли, его прошел. А бессмертную отдать вообще с первого раза. Фига! Прыгает! Паркурит! Паркур! Молодежное движение! Путь самовыражения! О, гастробластеры пошли! А-а-а! Попало! Я уже кровью! Опа! Прыг-скок! Блин, на самом деле так прикольно изображено, на самом деле! Вот это уже неприятно. Ну фига там насквозь прогнуло-то вообще. Ну последствия должны были быть вообще-то страшные, я думаю, после такого. Если бы такое бы в реальной жизни случилось, то это все. Кирдык. Жестковато это показано, да, жестковато. Но как иначе? Опа-на. А чара-то проснулась. Ну все, побегушки пошли. Это одна из последних атак же, да? Ножик. Фига там. Гитарист шмаляет. Ну что за атака? Прошлые были пожестче как-то. Блин, какая-то наша путешественница, которая с ума сошла, блин, а не Приск. Или чара. Может, тоже свой ножик принести, блин? А ручонку достает свое. Не. Да, Undertale скоро 10 лет. Капец. О, звуки пошли. А то до этого звуков не было. Кстати, я видел какие-то печальные новости по поводу Underverse. Как раз таки с Underverse. Но это ладно, не хочу здесь обсуждать. Буквально там час назад Джеки написала. Неприятную такую новость.
Наверное, когда выйдет трейлер Other Worlds 0.8, я это обсужу, наверное. Ну, Санс, ну не засыпай, сейчас же, ну не время, ну еще же не ночь же, ну не время спать, сейчас же тебя пырнут же, ну блин, ну ты, ну. Все. О. А я думал, кран где-то протекает. По звукам. Фига. Тремоло. У меня тремор. При этом на лезвие не двигается. Анимейшн. Ну все. Блин, Санс обоссался кровью. Бывает че. Ну, такой разрез такой, нехилый. Ну, Чара, наверное, такая, да, сука, да, я сделала это. Или сделал. Наконец-то. Шарфик папируса. О, сейчас будет грустная сцена. Блин, опять Санса Плаксы показывают. Ну, ёб твою мать, да? Ну, ну всё, хэдканоны опять пошли. О, всё, плаки-плаки, да, Санса, или нормалдаки? Нет, видимо, скорее плаки-плаки. Аж Чара что-то пригрустнула и стала снова фриской. Фриской ириской. Ириской фриск. Куда зрачки пропадают? Музыка мне нравится. Да, и просто PNG-картинка какой-то пыли. Запрещенной. Ну или муки. Да, просто так вот. Летит так. Ну а ты чё плачешь-то? А? Кто это сделал? Ты это сделала! Ну, вообще, не ты, а игрок, конечно, скорее, но... Ну, а чё плаки-плаки-то, Фрейс, ты чё? Поздно уже переживать! А вот всё. Всё. А где трусы, кстати? Видимо, Санта трусов не носят. Да, кстати, заметили, там Фрейс пытался нож, видимо, уронить, но нельзя. Игра не позволяет этого сделать. Опа-на. Видимо, дополнить... О, кровь исчезла. Ох уж эти игровые условности. Видимо, Чара все-таки... Именно сама Чара она. То есть Фриск один раз ударил. Ла. Или Л. А Чара как бы... Еще тоже это сделал. Ла. Или Л. Блять. Неважно. Я помню, первый раз эту анимацию видел в реакции Майни. Вообще, я сначала, в принципе, YouTube для себя открыл с Майни. Майни был первым моим ютубером, и именно вот я по Undertale видел реакции его в 2017 году. Так он смотрит там Glitch Tale, там другие там анимации в Undertale, при этом я еще не знал про Undertale, такой думаю, что за дичь он смотрит. Ну и потом я уже вкусил. Ну, правда, я не сам играл в Undertale, а смотрел прохождение, сначала почему-то Hellplay, ну именно его я первое прохождение смотрел, потом других там людей, там Витек, там еще там, все, кто почти проходил. Да, опять что-то я ностальгирую, опять дед что-то... дед опять, да, ностальгирует, блин, на старых временах. Ну, нет, сама по себе анимация, она такая прикольная. И прям, на самом деле, хорошо показывает битву с Сансом. Ну, вот это, конечно, сцена, где плачет, Санс плачет из-за тряпки папируса. Ну, это, конечно, тоже такая хэдкануловская отсебятина, грубо говоря, но... Чем бы и нет, ладно. Меня лично прям, знаете, на самом деле скажу, сильно не раздражает то, что там процентство там плачет, показывают, что он плачет. Но есть люди, которых это очень сильно раздражает. Грустно, грустно, но что поделаешь, такая вот концовочка. Ну, а что поделаешь, геноцид, он и есть геноцид, и как бы в Undertale Yellow то же самое будет. Ну, да, кстати. Когда дойдем до геноцида. Но сначала нужно еще пройти пацифист в Undertale Yellow, потом будем геноцид еще проходить. Так что не забывайте об этом. Ладно, ставьте лайки, дизлайки, это реакции, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах в видео в будущем. Ссылочка на Savic Team, на мой телеграм-канал, на, наверное, уже
стрим по Undertale Yellow, думаю, уже здесь анонсирую, в описании закреплен комментарий под реакцией, стрим будет в субботу, в следующую субботу, когда это будет, когда следующая суббота будет, 3-го, да, августа в 14:00 по МСК, запоминайте. Всем желаю здоровья и, конечно же, мира. Всем пока-пока.